У меня здесь такая, ну, вот честно, это сладкая парочка. Я пока здесь сидела, так одним ухом подслушивала. Это было просто какое-то вот невероятное воркование. И у меня есть подозрение, мы что... Мы знали, что ты агент КГБ. Нет, я просто наблюдательная женщина, глаза в оба. Ирина Дубцова, диджей Леонид Руденко. И, в общем-то, мне кажется, только ленивый не обсудил ваше совместное творчество во всех смыслах этого восклицательный знак. И, конечно, бытует мнение, что ваши отношения – это пиар-акция на друзья. Мы очень поддерживаем такие взгляды. Даже если это пиар-акция, она настолько спланирована, потому что здесь, значит, и волосы приглаживала Ирина Леониду. И, значит, обсуждали они, как они прекрасно съездили на Мальдивы. Поймите, как в походе. Главное – это подготовка. Мы просто шикарно подготовились. То есть ты хочешь сейчас сказать, что вы еще роскошные актеры? Потрясающе. Если честно, мы рассматриваем это как кастинг, какой-нибудь шикарный голливудский фильм. Да. Еще у нас есть отличный 8-летний актер, мой сын Артем, который тоже шикарно подготовился к этой пиар-акции. Ему очень нравится играть эту игру. Ну что же, дорогие режиссеры, сегодня продолжается действительно кастинг. Я пыталась градусы сплавить на кастинг, например, к Тодоровскому, но они как-то не очень хотели. А вы, я чувствую, уже такая подготовленная история. Хотите сниматься в кино активно? Да. Я вообще просто хочу сниматься, неважно где. Но в кино меня устраивает. Отлично. На самом деле, я хочу открыть вам маленькую тайну. Я думала, что мы с Ириной, то есть по-женски поговорим на белых диванах, перемоем кости мужчинам, и в том числе тебе, но не вышло. Хорошо, ребят, тогда про творчество поговорим, потому что про вашу личную жизнь мы уже все поняли. Наконец-то кто-то спросил профильный вопрос. Профильный вопрос, да. Как с творчеством, ребята? Потрясающе. Если кто не в курсе, я вот продам чуть-чуть фишку. Ирина сегодня презентует новую песню. Отлично. И, конечно же, эту новую песню помог ей сделать... Не я. Какие-то другие люди. Нет, ну почему? Ты был музыкальным продюсером на студии, когда я ее записывала. Да, но Ира говорит, что мое присутствие на студии помогает ей записывать вокал намного лучше, чем раньше, и поэтому я с удовольствием принимаю участие в творческом процессе хотя бы таким образом. Отлично, я очень за вас рада, я желаю вам творческих узбеков. Обязательно, Ир, мы все равно скажите, с тобой... Скажите, а люди, когда кричат, это им нравится наш ответ или они смотрят что-то другое? Как тебе более приятно думать? Я хотел бы думать, что они любят наши ответы. А давай проверим. Диджей Леонид Руденко сейчас в Вегасе рядом со мной на белых диванах. Вот что хочешь теперь, то и думай, я друзья. Я так и знал, что им что-то другое показывают. А Ира тем временем хотела ведь что-то мне сказать, очень важное и личное, но не сказала. Ира Дубцова, диджей Леонид Руденко, это «Партийная зона», Муз-ТВ, прямой эфир, лайв, мы вас любим. До скорого. Какое-то сумасшествие! Ирина Дубцова и Леонид Руденко у нас сегодня тоже в гостях. Здравствуйте, дорогие, спасибо большое, что приехали. Кстати, с Ириной у меня было тоже счастье побывать на одной сцене, тоже в проекте «Качук Меладзе» пели как раз твою песню. Расскажите, пожалуйста, вот я знаю, что у Ирины будет... То, что хотят все люди. Егор! Егор! Смотрите, в марте, значит, у вас будет замечательное шоу концертное, которое состоится. Давайте немножечко о нем поговорим, потому что к этому Ирина Дубцова шла 10 лет. И... Раскрой великую тайну, где будет проходить, чтобы люди знали, дорогие друзья, 28 марта, естественно, в Крокусе. Сольный большой концерт, первый 10 лет. Огромное количество любимых вами артистов. Моих друзей, звезд замечательных. Я всех жду, и Леня будет в том числе. Отлично. Слушайте, ну вот примерно программа сколько планируется? Это будет 2 часа, 3 часа? Потому что за все эти 10 лет, мне кажется, можно нон-стопом 24 часа. Вы учитывая антракт, спрашиваете? Или... Без мне антракта. Кажется, не нужен антракт. Итак, без антракта. 3 часа. Стас Михайлов, Имин, Алсу.
Сергей Лазарев, Николай Басков, Любовь Успенская, Жасмин, Леонид Руденко, боже мой, Зара. У меня, если честно, сейчас возникает только один вопрос. Ирина, а вы-то выступать будете? Ну, я же, многие забывают о том, что я не просто певица, я все-таки поэт и композитор, и все мои гости будут петь мои песни, что для меня невероятно серьезно, важно. Видите, я даже вон, у меня нервный какой-то спазм кистей рук случился сейчас, потому что для меня действительно это очень важно. Я всех жду! Мы обязательно придем, дорогие друзья, в марте. Но как проходит сейчас подготовка? Я видел по вашему инстаграму, как вы замечательно отдыхали на Мальдивах. Там готовились с Леонидом. Я понимаю, что вы там готовились, только как проходила эта подготовка? Ну, вы знаете, лежа на гамаке готовится к концерту самое то. Я честно могу сказать. Я носила кокос с трубочкой, в общем. Как ну, отдохнули хорошо, то есть заряженные, смотрите. И мне вот еще интересно... Главный факт, что... Мы с Ирой соорудили маленькую сетку, чтобы поймать акулку у берега. Маленькую акулку. Да. Больше... Пальцы все целые, руки, ноги давайте тоже. Давайте по делу. Конечно, давайте. Это эксклюзив настоящий. Ну что же, сейчас мы показываем фотографии, но мне уже передают, что... практически пора, мы сейчас еще посмотрим. Сейчас мне Леонид и Ирина покажут абсолютно все свои эксклюзивные фоточки. Если мы успеем, то и покажем вам. Но уже Рита выхватывает буквально у меня микрофон. Кто-то опоздал. Да. Дорогие друзья, Рита, мы тебя слушаем, а я потом вам расскажу, что мне показали. Ну что, всем привет еще раз! Девочки, готовы? Вижу, некоторые мы-то знаем, где на самом дне души, что не достать. А те, кому мы не нужны, каждую ночь без стука в наши сны. Так скажите, правда чья? Нам это боль, а им... Смотрите, им Господь судья, они едут себе. Они нам дуло к виску, они нам в дребезги сердца, а мы за ними во тьму, а мы за вами в небеса. Девчонки, дурочки, делаем, ему не жаль. Глупая, ну хочешь, клач, я буду за руку тебя держать. Но что же это, пальчики, учишь меня, да только сердце с кем? Они нам в дребезги сердца, а мы за ними во тьму, а мы за вами в небеса. А мы им веру взамен, а мы вам посвящаем жизнь. Кому? Зачем? А мы вам посвящаем жизнь. Кому? Зачем? 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 Еще!
еще раз. Еще раз. Только все, все, все. Они нам дуло к песку, они нам вдребезги сердца, а мы за ними во тьму, а мы за вами в небеса. Они нам дали лжи, а мы им веру взамен, а мы вам посвящаем жизнь. Зачем? А мы им посвящаем жизнь. Кому? Зачем? А мы вам посвящаем. Выходь, зайчик. Секундочку, надо настроиться. Все готовы? Все просто вот так готовы. Ну что, поехали? Танцуем! Не слышу, танцуем! От пламени помять, от любви два тлеют угли. Те, кто были нами, друг другу лишь чужие люди. Я хочу хороших новостей, не могу, устала от истерии. Вспоминаю смятую постель и нас в ней. Я не знаю, как ты, я не буду молчать, а нас прощаться, изменять имена. Я не знаю, как ты, а я буду кричать, а нас прощать и вспоминать, вспоминать. Вспоминать о нас. Вспоминать о нас. Отпускай и сердце на волю, не слушай, не верь им. Любовь едва синоним боли. Я зависимая, связана, между нами нити, как канаты. Мы молчим, но даже тишина звучит в нас. И все! Я не знаю, как ты, я не буду молчать, а нас прощаться, изменять имена. Я не знаю, как ты, а я буду кричать, а нас прощать и вспоминать, вспоминать. Вспоминать о нас, молодцы. Друзья, вы знаете, Ирина очень волнуется. Пожалуйста, давайте ее поддержим. Сейчас Ирина исполнит абсолютно новую песню. Это будет премьера. Называется «Долго-долго». Шквал аплодисментов должен сразить Ирину наповал. Леонид тоже очень волнуется, потому что он неправильно объявил название песни. Давай правильно. Я сказал ключевые слова. Нет, ключевое слово другое. «Люби меня долго-долго». Дорогие друзья, любимый Муз-ТВ, премьера песни, искренняя, настоящая от души,
каждому из вас в сердце. Люби меня долго, долго. Помните, скоро весна. Здравствуй, лучшее, что было со мной когда-нибудь. Я так долго тебя ждала. Счастье просто дома, просто с тобой, вот просто. И как я до тебя жила. Люби меня долго, долго, чтобы больше не было больно, больно, одиноко. Люби меня долго, долго, невозможно, чтобы не в Каспии Волга воды свои несла. Как я тебя ждала. Долго, долго, долго. Долго, долго, долго. Ну как долго. Хнычу, как всегда, то это не так, то не то, но ты любишь меня ни за что. Хочешь, как вчера, кино, одеяло и чай. Давай, ты знаешь меня, как никто. Люби меня долго, долго. Даже немножечко волнуюсь, потому что слава пришла, снизошла ко мне от Андрея Разыграева, и я этому несказанно рад. Анастасия, привет. Насколько я знаю, вот последнее время в шоу-бизнесе вообще проблема на песне.